Педагогический коллектив средней школы номер 18 не так давно пополнил свои ряды. Дарья Басакина, выпускница Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, в нынешнем году стала учителем английского языка и классным руководителем 5 класса. Педагогический опыт всего 2 месяца, но за это время Дарья успела проявить себя как ответственный и любящий свое дело специалист. Ведь когда глаза горят, слова становятся лишними. Дети тоже очень отзывчивые. Очень добрый по отношению ко мне, тоже видят, что молодая, тоже где-то у них есть эта поддержка. Очень заметно в 7 классах, заметно, потому что стараются выполнять домашние задания, стараются работать на уроке, тем самым дают мне почву для дальнейших моих каких-то действий. Вот. На занятия всегда приходят довольны, уходят такие же, потому что, еще раз говорю, все уроки у нас строятся на доброте. Не кричу на них, стараюсь, по крайней мере, бывает, доводят, ну тут уже без вариантов. Но все равно, основной наш принцип – это уважение и доброта к друг другу. Майя Бабанова тоже нашла престижное место распределения в областном центре. Успешно завершив свое обучение на специальности логопедии, она продолжила свою деятельность в стенах родной альма-матер Брестского государственного университета имени Пушкина. Сейчас ее новые обязанности на кафедре социальных педагогических дисциплин входят вести практические и лабораторные занятия, руководить написанием курсовых работ, а также курировать группу. Это та сфера, в которой мне комфортно, вообще, в принципе, учебно-преподавательская деятельность. И я бы не сказала, что мне это доставляет какие-то неудобства. В принципе, мне очень нравится, и я чувствую постоянно, что расту, двигаюсь. И это важно, то, что нужно мне в моей жизни. Счастливая история распределения девушек воодушевляет, а весомая помощь университета в этом играет не последнюю роль. В нынешнем году было распределено по первой степени обучения 394 молодых специалиста, по второй ступени 94 человека. Мы в постоянном контакте, ведь фактически мы обращаемся к ним уже как к профессионалам. Они участвуют, либо лучшие из них участвуют и в разработке отдельных модулей, отдельных курсов авторских, в рецензировании, в работе государственных комиссий. То есть мы, с другой стороны, они принимают участие в работе филиалов кафедры, совместные конференции, вебинары проводим. Школа «Опыт» у нас функционирует для молодых преподавателей и молодых специалистов мы привлекаем. Постоянная обратная связь для нас – это очень важно, это источник корректировки программы. Держать руку на пульсе и поддерживать связь с теми, кто вырос из статуса студент – задача, которой руководство Брестского государственного университета имени Пушкина отводит пристальное внимание. Благодаря этой связи говорить об успешном распределении и профессиональном росте специалистов можно. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».